Ничего себе, классный стоп-кадр вообще. Сделайте клип. Я думаю, не нужно говорить, что реквесты поперли, да? Щит, мэн. Интересно. Ладно, пока так прет. О, да ладно. Ничего себе. Это мой первый четвертый Empower ever. Самый быстрый способ заработка в начале лиги. Выбить зеркало. Хе-хе-хе. Оп! Работает! 320. 2,5 000 фузов спустил на это. Жесть. Вот видишь, вот эта разница между бракованными фузами и нормальными такими годными. Сколько тут? Меньше стака ушло. Ничего себе, вы это видели? Ох. Я отличил 20 стаков. О, ничего себе. Лол. На Reddit как раз чувак ушел из-за проблем с весом, потому что играл в пое. Куда он ушел? Он ушел в пое из-за проблем с весом? Или из-за проблем с поя ушел в проблемы с весом, лол. Чё? Эй! Вот это поворот! Сейчас, погоди, они разогреются. Инки нужно прогреть просто. А, вот, все, нормально. Вот как это происходит? Приходит человек такой. Давайте сделаем череп в розочках. Так? Как эти идеи приходят? Объясните мне. Что с ним? Лол, сделайте клип, вы это видели? Эй, сойдет. Короче. Что-то я расхотел реквесты сейчас врубать. Да, все правильно, снимем.
Давай. Прокни энерго... Дай знак, прокни энергощит на 38+. 38+ энергощит. Что с тобой делать, пояс? Ну-ка. Давай, энергощит. Опа-на. Опа-на. Зацените, что мы купили, лол. Лол. Посмотрите на него. 49.50. Еще у ворот очень ценный, которого у меня нет, но это не важно. Убей кого-то на арене. Да это тоже норм. В шляпе. Боты, а, ну да. Оу! Т1, люди! Люди! Так, момент Ригала. Момент Ригала. Давай, фигач. Чё? Третье свойство, и она сразу имба. Любое, даже, пофиг, даже Т3. Я согласен на Т3. Прокнула какая-то дичь. Давайте еще один. Прокнула еще немного дичи. Попробуем выпилить эту дичь аналом. Что я только что сказал? Дичь выпилилась. А, только не та. Третий экс. Оп. Сначала анал, мент. Это просто вообще без комментариев. Топ скипетр Гарены. Ладно. О, эта стата вернулась. А, нет, это другая. Но по бесполезности она примерно такая же. Выпиливаем. Все, рип. По новой. 7к хп, 6000 брони. Максимальный. Что это такое, блин? OP Face Tank Thunder Build. 6к брони. Макс 3С Грейт. Что за хрень? Грейт ДПС. Он людям, которым продает киллы боссов, пишет, что у него откапленные резы. Серьезно? Что? Ты можешь убить меня, Убер Адзири? Не уверен насчет Уберов, в какой он карте. Сейчас бы только установить игру и уже что-то там кого-то бустить, протаскивать. А
потом такие бустеры в Уберлабе умирают, прям на бусте. И пишут: ой, сори, я верну тебе хаосы. Не, я даже готов купить какую-нибудь гвардскую карту, чисто посмотреть, как он ее пройдет. Блин, нет, я не хочу его байтить, он реально нуб. Он новичок. Я не хочу его сподвигать на рип. Он вообще не понимает, что происходит вокруг. Он написал, что он в своем, что его билд достаточно сильный, потому что он прошел с 1 по 10 акт. Вы серьезно хотите, чтобы я этого человека позвал гварда мне убивать, люди? Для него ачивка собрать капрезов. Какие гварды? Мне уже обидно за него, давайте не будем его троллить. А сейчас заходит такой РФ, батька. Заходит такой. Ёпты, чё за херня? Там чё, минус рекавери? Ладно, не заходит. Он заходит в следующую карту, как батька. 22 льта. Сможем что-нибудь сделать?